dvhub.ru. 287-й годовщина со дня рождения великого полководца Суворова и торжественным посвящением в курсанты. Ура! 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 Вольно! Вольно! Уважаемые кадеты, товарищи курсанты, уважаемые гости, приглашенные, родители, друзья наших уважаемых воспитанников. Сегодня вся наша страна отмечает день рождения самого известного в мире великого для России полководца Александра Васильевича Суворова, который дослужился до звания генералиссимус. И действительно говорят, что слава Суворова взлетела выше альпийских гор, через которые он переходил вместе со своими воинами, которые были верны воинскому долгу и достойно сражались за интересы своего Отечества. Пройдет время, но память об этом великом полководце сохранится благодаря вам, потому что вы в скором времени создадите свои семьи и будете воспитывать своих детей также на примере великого человека, который вывел Россию в свое время на достаточно высокий уровень.